Приветствую, уважаемые друзья! В рамках работы над первыми участниками мы сейчас создаем базу надежных поставщиков и подрядчиков-партнеров по этой книге. В 6-7 задание можно сделать описание и прислать мне на разбор. Вот, соответственно, как только мы наберем 100 надежных поставщиков, сделаем их описание, у нас будет сформирована качественная база. Поэтому, если вы надежный поставщик, присылайте такие материалы на разбор, сделанные по нашей книге, конечно же. Итак, презентация компании для дизайнеров интерьера Екатеринбург Металлургов. И тема у нас «Центр пола. Салон напольных покрытий». Напоминаю, что, как всегда, я непредвзято смотрю, заранее не знакомлюсь, смотрю, как есть, как дизайнер. Если это для меня презентация, я сейчас буду оценивать как дизайнер и давать какие-то рекомендации. Первая страничка о нас. А я бы хотел, чтобы была страничка не о вас, а обо мне. То есть начиналось бы с того, что если вы дизайнер интерьера, то какая у вас задача, с чем вы сталкиваетесь, какие у вас возможные проблемы и как мы их решим. То есть мне бы первую страничку хотелось не о нас, а обо мне. Для дизайнеров, соответственно, можно назвать эту страничку. Ну ладно, а у нас так о нас. Салон напольных покрытий, центр пола. Наша компания специализируется на продаже напольных покрытий для жизни и коммерческих помещений европейского качества. Окей. За 6 лет работы мы сформировали команду профессионалов, которые любят свою работу, ассортимент с надежных проверенных поставщиков, команда надежных партнеров по монтажу. Ну, типа, как и все. Хорошо, чем вы отличаетесь? То есть все как бы надежные, все молодцы, все 6 лет работают. Я еще не понял, как вы мне с этим поможете. Начинать надо не с этого. Давайте забудем вообще все, что тут написано. Начните со следующего. Если у вас задача постелить пол, значит, можно выбрать его у нас. Вот какие полы мы предлагаем. Вот что надо здесь написать для дизайнеров. Вот все, что вы там лет сколько работали и все остальное, это важно, конечно, но для вас, а не для меня. Для меня это становится важным только в тот момент, когда я уже понял, что ваши полы крутые, и я хочу брать полы у вас. Следующим этапом мне уже нужно будет понять, что у кого я покупаю, у вас или у конкурентов. Пока мне вот это вот все я просто пролистываю. Вы как бы не обижайтесь, я просто говорю, как есть, лучше я вам это скажу на сессии, да, нежели ваши дизайнеры и ваши партнеры просто это будут закрывать и типа спасибо, не надо. Наша основная продукция, вот это вот плохо все. Наша основная продукция – кварц-виниловые покрытия. Вот, кварц-виниловые покрытия, например. Да, вот, к примеру, я вообще не использую кварц-виниловые покрытия никогда и никому не рекомендую. То есть, как бы, зачем мне это знать? Вы сразу напишите, что такое кварц-виниловые покрытия, ну, чтобы оно было понятно, что это такое и для кого они нужны. То есть, они там для офисов, для, наверное, нежилых зон, либо для жилых, но которые там не требовательны к качеству, да, то есть, короче, нужно сразу же понять, что либо это стереотип, то есть, возможно, это у меня стереотип, что кварц-виниловое покрытие не надо использовать в жилых зонах, но он есть в любом случае, если я его назвал, то и другие сотни или тысячи дизайнеров об этом знают или так думают. Вам нужно бороться со стереотипом, что кварц-виниловое покрытие это типа окей для жилых помещений, либо наоборот сказать, я-то не знаю, может сказать, что нет, это очень плохо для жилых помещений, используйте это для того, чтобы придать жилой облик коммерческому помещению. Кстати, вот мы когда офисы делали связной, у нас был большой объект, там 10 тысяч метров было, мы там использовали именно кварц-виниловое, я так понимаю, покрытие, да, вот на основе там пленки, да, оно, и задача была сделать именно, ну, по максимуму, да, чтобы оно было как дерево, да, но чтобы оно там не горело, ну, то есть некие были требования безопасности, вот мы там это использовали, но и то там по желанию клиента под деревесную текстуру, обычно под деревенную текстуру стараемся не использовать. Там использовали, как бы это не вопрос. Но нужно понять области применения, где мы это используем, а где нет. Соответственно, здесь нужно для каких дизайнеров, да, с каким стереотипом мы будем бороться. Я это узнаю где-то вот здесь, только как-то прочитываю. Также у нас присутствуют керамогранит и ламинат европейских брендов. Ну типа и что, что у вас присутствует? Вы определитесь, вы что делаете, керамогранит или ламинат? То есть, может быть, вы решаете все вопросы по полу тогда? То есть, для кого? Опять же, для коммерческих помещений, для частных помещений? Пока я еще и вообще это не понял. А у нас уже две большие градации, да, либо коммерческая, либо частная. Мы лично знаем наших поставщиков, поэтому гарантируем надежность, качество. Это все у вас. Пока у вас не сильно надо, что у вас там есть, пока я не понял вообще, что вы предлагаете, для чего. Я могу вообще не знать, что такое кварц-винил и почему покупать у вас, и что это за объект. Пока нет, а нас не подходит. Опять, почему с нами выгодно работать? Давайте начинать не с презентации компании, а с карточки продукта, а потом уже, ну, как бы о вас. Салон напольных покрытий. Так, наша цель – создание нового уровня совместной работы дизайнера, монтажа и поставщика. Ценим и дорожим репутацию наших партнеров, поэтому гарантируем профессиональную консультацию по представленной продукции в торговом зале. Ну, хорошо, а кто так не делает? Осуществляем отгрузку в отговоренные сроки. Ну, а кто так не обещает? Оперативно решаем вопросы по рекламации. Ну, типа, все так говорят. Особенно в начале, пока рекламации не настали. Наши цены фиксированы по всей сети, не превышают рекомендованных цен производителям. Ну, как бы это хорошо.
Ну, да, это, наверное, нормально. Только надо как-то объяснить, что это работает с моделью вместе с агентским договором. То есть, условно говоря, что если, давайте так, жизненная ситуация, если вы придете, либо ваш клиент придет с нашим расчетом в другой салон, то все равно свою скидку вы получите. Вот как надо писать. И сейчас я должен это догадываться. Надо черным по белому написать. Если ты дизайнер, и у тебя проект посчитан в другом объекте, все равно ты свою скидку получишь. Какую-то, да, конкретную, оговоренную. 5%, 10%, сколько надо. Делаем скидки, не завышая цены. Ну, как бы хорошо, но лучше, ну да, это вот сюда же можно добавить. Готовы рассматривать ваше предложение. Вот второй уже разбор делаю или там третий. Не пишите ваши с большой буквы. С большой буквы пишется, когда вы лично к уважаемому человеку как бы обращаетесь в личной переписке. Все это не нужно писать, просто вы пишите с маленькой. Ну, это так, к слову. По выставке образцов, интересующий вас продукт. Рекомендации нашим будущим клиентам, вас как профессионалов в своем деле. Медийная поддержка после реализации проекта YouTube соцсети. Вот все нужно это дело вывести в конкретику. Давайте покажу как. Что такое готовы рассмотреть ваши предложения? Какие у меня могут быть предложения? Что за предложения? Напишите, ну, более это конкретно. Если у вас есть идея по созданию стенда, ну то есть, а почему у меня может быть идея? Зачем мне это надо? Конкурс, наверное, какой-то должен быть. То есть, с чего мне заниматься вами? У меня, ну как бы в свое свободное время я пойду фильм посмотрю, либо займусь там своим проектом. Зачем мне заниматься вами? Какие-то у меня идеи. Зачем мне это нужно? Скажем так, нужно написать здесь по-другому. Значит, для тех, кто предложит нам самую лучшую идею по выставке или по продукции, мы там даем такой-то бонус, такой-то приз. Но чтобы у меня какая-то было понимание, мотивация, зачем мне вами заниматься? Сейчас как будто все такие должны побежать за вами заниматься. Нет, это не так. Интересующий вас продукция. Меня вообще пока ничего не интересует, я вообще даже не понял, что вы продаете. Вот реально я не понял. То есть я вижу какие-то только там вот полы и ну, а больше вообще не понимаю. Рекомендации нашим будущим клиентам, вас как профессионала в своем деле. Вот как это выглядит в практическом плане? То есть тот, кто нарисует или купит у нас или что-то сделает, тому мы дадим клиента, а так это получается. Но как будет это осуществляться? Как я пойму, что мне клиенты даете? Непонятна вот эта штука, непонятна механика. Соответственно, если непонятна мне механика, нет доверия. Это знаете, когда в конкурсе участвуешь, либо в лотерее, там всегда есть типа со звездочкой, типа как это фактически работает. Тогда это доверие есть, всегда есть условия. Здесь непонятно. Мы вам когда-нибудь дадим клиента. Ну, бессмысленно это писать вообще. Это не вызывает ни доверия, ну, как бы ничего это не вызывает, кроме как раздражения с большим обилием текста. Ничего это абсолютно не дает. Так же, как вот это вот. Мы профессионалы, мы оперативно разгружаем. Лучше одну какую-то вещь описать, нормальную в кейсе, все остальное выкинуть. То есть по тому, как вы работаете на кейсе с клиентом, будет уже понятно, как вы относитесь ко всему. Но не надо об этом писать, нужно описывать ситуацию, которая случилась, по которой сам клиент или потенциальный ваш читатель увидит, что вы действительно заморочивались и вы действительно там хорошие поставщики. То есть, например, когда у нас там что-то случилось, да, задержалась там газель, либо она сгорела по пути на объект, у нас уже едет вторая, потому что у нас на складе много продукции, и мы независимые там от оплаты клиента, да, они не ставят даже в известность, ту машину убираем с рейса, новую везем. Вот так мы поступаем. Мы делаем это за свой счет, потому что ценим внимание и доверие клиента. Вот. Хотя, казалось бы, вот это и есть как бы рекламация или там доверие, все, что с этим связано. Вот это ситуация, которую вы проиллюстрировали. И по этой ситуации клиент такой сам думает, ага, ребята, оказывается, молодцы. А если вы напишете просто, что вот мы оперативно решаем вопрос по рекламациям, это звучит как пустословие. Ну, вот так. Подготовлю для вас полную библиотеку 3D-модели. Хорошо, и что мне с ней делать? Напишите, что вы ее можете вставить в 3D Max, либо мы ее вставим. Что нам мне сделать с этой библиотекой, которую вы подготовили? Непонятно, где скачать, где посмотреть. Ну, много вопросов возникает. Гарантируем просчет интересующий вас материал в течение 24 часов. Что-то долго. Вообще, в целом, надо считать моментально. То есть, базовый просчет делается по телефону в течение 1 минуты. Ну, к примеру, если вы меня спросите, сколько стоит там квадратный метр помещения, да, я скажу, что эскизный проект стоит 2000 рублей, а полный проект стоит 4000. Мне не нужно 24 часа готовить. Я примерно понимаю ориентир. Также и вы должны сказать, что смотрите, у нас примерно по полу будет наша продукция стоит там 1000 рублей и укладка 500, итого 1500. Итого, если у вас там 200 метров, то вот вам 300 тысяч, там, или сколько там получается, 300 тысяч, да, вот примерно такой бюджет. Вам такой подходит, клиент вам скажет, что-то да, нормально, или скажет, много или мало. Ну, у вас уже будет какой-то ориентир, по которому вы уже сделаете детальный подсчет. А то всегда уходит считать на 24 часа, а там уже как бы непонятно. Лучше сразу моментально сделать какой-то подсчет, это очень важно. Следующее, идем дальше. Так, что-то тут много. Ну ладно, взялся, прокомментирую. Следующий у нас страничка. Почему с нами выгодно работать? Вот это хороший вопрос, это прям прикольно, я бы с этого начинал. Низкие цены.
Звучит прикольно. Благодаря длительному сотрудничеству реализации объема продукции, производители у нас действительно низкие цены, наше дело. Вот это вот все как бы не надо писать, просто цены от 960 до 5000 рублей. Если вы хотите показать низкие, ну что значит низкие? Низкие по сравнению с чем? Нужно сравнивать либо с конкурентами, либо с другой продукцией. Типа натуральный дуб стоит, а кстати, натуральный дуб стоит тоже 3000 рублей, например, если ты его покупаешь где-то, да, либо он стоит там 5-6 с укладкой, например. Ну то есть не совсем низко. 960, ну наверное, да, это наверное низко. Показать надо более конкретно. Качественная продукция, абсолютно непонятная. Качественную вообще нельзя использовать нигде в описании, в рекламе. Качественную по какому критерию? Качество это... Ну, как бы непонятно, она всегда с ценой связана. Поэтому уделяем внимание месту производства, продукции, сертификации. Прежде чем брать продукт на реализацию, мы вживую знакомимся с образцами продукции. Вообще ничего не понятно, что вы тут хотели сказать. Ноль информация, ноль эмоций, не ясно. Принцип самообразования для вашего клиента. Чем больше заказ, тем больше выгода в сравнении с рыночной ценой. Выгода зависит от объема. Вознаграждение 10%, стабильно, ну, как бы да, это окей. Ну тоже, вот это тоже непонятно, чем больше заказ. На заказ, посмотрите в книге, я же там описал, на заказ 1 миллион, значит, скидка 15%, на заказ 2 миллиона, скидка 20%, на заказ 500 тысяч, скидка 5%. Ну напишите конкретно, потому что, ну зачем тогда это писать, это и так понятно. Ну всем понятно, что чем больше заказ, тем как бы дешевле цена. Либо это надо писать и расписать, либо не надо писать вообще. Зачем? Дополнительные услуги, монтаж нашей продукции, кроме гарантии 1 год. Бесплатная доставка. Сколько стоит монтаж вашей продукции конкретно? Да? То есть мне нужно понимать за метр, там 500 рублей за метр. Бесплатная доставка по городу, бесплатная доставка определенных позиций. Каких позиций? Кем они определены? Вы сотрудник в нашем образцом продукции, ваш объект. Ну, как бы окей, предоставляем вам сводчи. Что такое сводчи? Что это часы какие-то? Я знаю, сводч-часы есть. Что это такое? Я не понял. Мы дороже своей репутации, доверяем монтаж и перевозку только профессионалам своего дела. Каким? Что за профессионалы? Как понять, профессионал или нет? Как надо перефразировать это? Что с нами, мы сотрудничаем с такой-то компанией, они там 20 лет на рынке, у них там, не знаю, какой-то парк. То есть они там, ну, короче, по договору. Вот договор там какой-то с ней, например. Ну, что это значит? Непонятно. Вот все непонятные фразы надо перефразировать на то, что вы имеете в виду. Как понять, что человек профессионал? Вот покажите. Это которые, я, например, доставляют 20 тонн груза ежедневно. 20 тонн груза непонятно, которые доставляют на 20 объектов ежедневно с 8 до 10, например. Вот уже более конкретная какая-то вещь. Наши партнеры по монтажу зарекомендовали себя, ну, с какой стороны? Тоже очень все абстрактно. Очень плохо, то есть смыслы нормальные, но они описаны отвратительно. Вам нужно взять эти смыслы и переформатировать из абстрактного в конкретного. Везде напишите, чтобы это сделать, например, как это выглядит в жизни. Как в жизни понять, что партнеры по монтажу зарекомендовали себя с лучшей стороны. Вот то, что зарекомендовали себя, это я должен сделать вывод по какой-то позиции, которую вы опишете. Как фильм мы смотрим, человек в фильме что-то делает, и мы понимаем, этот человек негодяй, а этот хороший парень. Как мы это понимаем? Нам же не закадровый голос говорит, этот герой у нас молодец. Он показывает поступок, который совершает герой. И, соответственно, по этому поступку мы видим, он спас там ребенка от машины, да, или там щенка спас с дерева, там, или откуда-то от собак забрал. Вот, по этому поступку мы понимаем, человек герой. Также и здесь нужно понять, что люди сделали, чтобы зарекомендовать себя с наилучшей стороны. Как это вообще понять? Ну, не ясно. А вы как будто за кадровым голосом здесь говорите в фильме. Так не работает. На рынке услуг они уже имеют сертифицированного производителя кварц виниловых покрытий. Ну, то же самое. То есть, чтобы понять, что классификация, сертификация, она ценится, то есть надо понять, как они тогда проходят эти. То есть надо показать, что вот они там где-то сидят, там что-то делают, и потом им дают какой-то сертификат. На профи.ру хорошо сделано было. Я видел там, посмотрите, кто зайдет, там как они сантехников тестируют. Там прям методика тестирования очень прикольно показана. Ты такой веришь, если ты ничего не понимаешь в этом там тестировании сантехника, там ты веришь, как они тестируют, ты видишь, какие им звезды выдают. Ну, в общем, прикольно. Зайдите на сайт профи.ру, там они вот заморачиваются с сертификацией, это хорошо. Среди них IKEA, вот IKEA хорошо, вот это вот как, ну, надо вытаскивать на первую страницу, что вы работали с крутыми компаниями. Да, вот что даже детские сады доверяют нам, то есть это говорит о экологичности, безопасности и всего остального, это хорошо. Цирк и так далее. Вот это вот надо, вот эта ключевая мысль у вас, она у вас где-то спрятана очень далеко, вот эта вот мысль. Вот вы ее убрали, это надо где-то на первую страницу, что наша продукция хоть и может быть как бы не сильно там, эко-френдли, да, то есть она делается, но она сертифицирована для того-то, да, вот для таких-то мероприятий, то есть она абсолютно безопасна, вот это что важно, вот, но с точки зрения, типа, безопаснее даже, чем натуральное дерево, вот, вот это можно выводить, вот, поэтому, да, для дома, наверное, лучше взять натуральный дуб, но для, там,
детсада, поликлиники и всего остального, у вас вариантов нет. Вам требования диктуют либо керамогранит стелить, либо вот это вот ПВХ. Так, наша команда, руководители филиала, менеджер, ну, надо какие-то дополнительные регалии, типа, руководитель филиала, чем он, как он мне поможет, что мне нужно знать. Ну, как бы прикольный молодой человек, улыбающийся, ну, хорошо. Менеджер Сергей тоже, что он делает? То есть поможет вам выбрать там по каталогу самое там лучшее или что вам подходит. Что он сделает? То есть нужно не только кто, но и чем он мне лично поможет, этот человек, чем мы, какую пользу мне лично принесет. Вот Сергей, какую, а Евгений, значит, какую мне привезет пользу, и Сергей, какую пользу принесет мне. Наши партнеры, что это за люди, что это за партнеры, какие-то два мужика, ну, контейнер, что тут я должен понять, я не понял. Для вас 7 дней в неделю, с 10 открыт шоурум. Надо шоурум показать, фотку шоурума, что вот у нас шоурум, вот приезжайте сюда, где можно провести встречу с клиентом. А для тех, кто в шоурум приехать не может, вот там интерактивная экскурсия в Ютубе. Ну, что могу сказать? Проблема здесь характера такого, что начали делать презентацию компании без передачи смыслов, без написания смыслов и сразу же в графике. Абсолютно это не подходит. То есть одновременно нельзя делать и смысл, и графику. Надо делать последовательно. Сначала прописать общую идею презентации. Либо вы все-таки продукцию презентуете, либо компанию. Для кого вы презентуете, прописать вот эти вот все смыслы текстами, снабдить какими-то картиночками, и потом уже только верстать все это дело. И вам нужно нанять нормального дизайнера, не пожадничать на фрилансе 5000 рублей или 10, сколько там стоит, 15, неважно. Это в любом случае выгоднее, чем вы будете вот это отсылать. И сделать нормальный графический дизайн. Не отдать секретарше, да, это делать, или кто там у вас, помощница, или знакомый кому-то, да, вот кто это делал, я не знаю. Вот, отдать нормальному дизайнеру, знакомому со шрифтами, с графикой, с правилами оформления, с версткой, со всем остальным. Потому что вот поэтому, как оформлено, это плохо оформлено, поэтому создается впечатление вашей компании. Я даже не говорю про текст. Поэтому это все нужно переделать, и тогда будет нормально. Если хотите переделывать, приходите к нам в группу. Называется у нас System Club, группа системных дизайнеров и поставщиков, где мы как раз учим нормально упаковывать, вытаскивать смыслы и мыслить не категории «я хочу показать», а категории «что хочет посмотреть клиент и почему он будет мне доверять и почему он выберет меня, а не конкурента». Ссылка будет в описании. Успехов, удачи и до новых встреч!